можно было переустановить? Можно? Что? Ну, установить можно, когда ты уйдешь. Я, может быть, не буду это переустанавливать Fortnite. То, что мне либо сейчас надо, либо ночью. А почему сейчас? Дима. Сейчас невозможно. Мой друг сказал, что надо уже сейчас деньги закидывать. Эй, где? Хард чего? А, хард. Я думаю, хард плей. Да я не хочу сейчас с ним. Он кто-то посидит. О, кто-то стрим смотрит. Напишите в чат, кто смотрит. Всем привет. Напишите в чат. Догнали, да-да-да. Вот сюда. Не, пляжный поселок вообще не идея. Ты понимаешь, что там легко сдохнешь? Я? Ну ты понимаешь, там много челов будет. Кто смотрит стрим, пацаны? Ладно. Вот ты из поездки стрим ведешь. Угу. А ты что, на моем канале все? Нет, просто я вижу то, что у тебя поездка. Я знаю то, что там Twitch есть, YouTube есть. Угу. Я с YouTube. Кто-то смотрит стрим, походу. Короче, баг сделал. О, тут три подряд этих. Иди ко мне. Да нет, ты чё? Ты куда полетел? Ты сдохнешь, я не шучу. О, гарпун. Потише. Да пестик. Давай, вот, две. Вот это отсюда третий. Лекаться. Четыре уже. Один фиолетовый, четыре карася уже. Еще один фиолетовый. Има. И еще семка, найди семка. О, у меня батут есть. Круто. Понадобится. Сия. О, гранаты. Блин, я возьму потом. А где зона? А, ну еще. Ладно. Да бля, мне что-то сегодня везет с этим хуйнем. Еще одно. Это что есть? Это супер. У меня ФАМАС, ну ладно. У меня капец все лагает. Капец какой-то. Ща я гранату возьму. Ну, в первую очередь я быстренько половлю рыбу, потом возьму этот гранаты. Помпа есть. Круто. Синяя эмка. Зона не так уж далеко. Ну, да, что бах? Что бах сделать? Но через 2 часа этого бага не будет, так что надо быстрее. Капец мне везет с этими карасями. У меня 8 карасей и 3 фиолетовых. Я к тебе лечу. Лечишь? Вадим? Да. Возьми карась. Ты летишь, это обычная зона. Как ты летаешь. Тебе сейчас задоначишь для БП? Наверное, братцы. Синим так. Дима. Чё? Синяя эмка, наконец-то. Стой, так я тебе дам на синюю эмку. Да не, у меня стой, есть. Стой, братан. Чё? Братан, на. А, ну тогда ты гранаты возьми, мне же нужен батут. А? Ты возьми мне гранаты. Нужно... А, ну давай, 4... без гранат. 4 Ищ... Да блядь! Сегодня я уже половил больше 20 синих эм. Да, у меня уже много. Да еще один. Возьми. Серьезно.
Ты сейчас в стрим зайди, посмотри. Пошли. Ты посмотри в стриме сейчас, сколько у меня этих рыб. Я не... Чё ем? Там на компьютере нельзя, только на PS. Ну, можно только... Тут по два раза надо, да. Ну, я не знаю, это... Что? По одной штучке. Она не разделяется просто. Почему можно разделять на компе? Ну, я знаю, только это... Давай этот медленно найти. Давай подождем еще чуть-чуть вот тут, чтобы этот не свалиться. Все равно, посмотри, до зоны еще долго будет, 5 минут. А я этот сундук не залутал? Май. С4, ага. 3 штук. Блин, это надо будет. Ну, я М-ку возьму лучше. Ты возьми С4, возьми С4. Я не могу. Мне надо, значит, что-то выкидывать. М-ку или ПП? Ну, ПП выкидывай, зачем тебе ПП? Ты понимаешь, мы издалека в общем будем. А, ты все взял. Ты просто всех взорвешь и все, ГГ, топ-1. Ага, я их запуту потом. Ой, иди ко мне. Айдо. Иди ко мне. Что это? Ты что, это только что узнал? Да. Чё, Дим? Подожди, Дим. Давай ты посмотришь, да. А может в моем стриме так посмотреть? Зона где? А может на моем стриме посмотреть баг? А? Она будет летать. Твоя, значит, я сейчас начну баг. Окей. Ну, ты понимаешь, дом идет, из-за этого спас сложнее будет. Я знаю. Я просто останусь. Я тоже сделаю тогда. На лодке я могу ехать, если я не так. Блин, там зона такая. Чё? Там зона там. Ты. Подожди, привет. Пацаны. Да блин, лодка. Прикинь, она это не взорвалась. В смысле? Вот. В смысле? Она живая? Это другое существо. Хе-хе, лодку украл. То не надо, вылези. Вылези. Я лечу! А я нет. Спасибо, то, что залез в лодку. Да. А мой друг... Дурак. Нет, я не смог! Спасибо, то, что... Меня догнал друг... этот, зона. Так давай, прыгай в воду только. Да это зона. Меня догнал зона, ну блин, капец, не повезло. Ух, я в воду прыгнул, походу. Да, я не сдох. Надо еще одну лодку. А вот они две. Мы из-за тебя не смогли, да? Ну, ты знаешь, мы должны подождать до последней зоны. Он не до последней, а этот. Подожди, дай мне. Плыли. Да не сейчас, не сейчас. Давай, ты опять просрёшь, давай не сейчас. Ты понимаешь, за то, что зона тебя догоняет, ты никак не сделаешь. Когда зона тебя догоняет, это невозможно будет. Нереально, блядь. Ой, ни хрена себе, я не знаю, как мне лодкой выйти от этой зоны. Я лодку просру, походу, сейчас. Да? Я не знаю. Да, блядь. На мне еще челы тут? На мне челы, походу. Тут лут валяется. Тут лут валялся. Ладно, я без лодки буду. Я у тебя лодкой буду. Я с твоим.
Давай я к тебе это. Блин, я ж тебе даже сейчас ничего не сделала. Да ты стой там, я иду. Залег? А, окей. О, все, вот там вот мы будем летать. Дима! А, Дима ушел, ладно. Ничего, потом сделаю при нем. Какой я потом? Через час он, ну, через час, походу, уже. Да, через час, ну, ее не значит, будет. Значит, он у тебя на стриме, посмотрим. Нет, зона, зона, иди нахуй, зона, иди. Все? Да-да-да, мага. Положи рядом, пожалуйста, не сломай. Это один шанс наш. Да-да-да, медленно, медленно. Не надо нам сейчас быстренько сделать. Все равно зона еще минута, 50 секунд. Просто положи возле вот тут. Я сразу начну. Да. Да нет, не, не, больше не надо. Пойди взорвай. Да, блядь, ты очень близко поставил, походу. Все, полетели. Давай, сейчас. Давай. Да в смысле? По мне шмалят, по мне шмалят, по мне шмалят. Вижу. Я не могу попасть никак. А попробуй гранаты. Нет, нет, не надо. Да это невозможно попасть. Не стреляй. Две, блядь, долбоебы летят. Ёбаный рот, это такая хуйня. Смотри, чел такой, блядь, чё за хуйня? Нахуй тут две челики, блядь, просрали катку, ещё летят. А они пришли, блядь, сдох. Сейчас я позвоню другу. Чё, у тебя стрим кто-то смотрит? Скажи свой ник. Ну, FKS The Best Club, посмотри на мой ник, ты можешь посмотреть просто в левом углу. Сейчас, где? Сейчас я звоню другу. Сейчас я позвоню другому другу. Да не, не, подожди, последний друг, да? Прям с твоего ника списывай, да? Да, мой ник ровно, даже с черточкой нижней там. О, да, ты в эфире. Бля! Скажи, если... Ой, чё, задержка идет. Я задержка знаю. Идет. Задержка всегда идет на стримах. Слушай. Да я знаю, я знаю, я знаю. Да блин, нам еще. Ладно, надо теперь ждать тут. Да выключим. Если хочешь, скажи твоему брату, что он посмотрел. Да, он уже уехал. О, у тебя нет его номера? Есть, но у меня нету денег на телефон. А. Я почти максималька. Ты еще... Подожди, в смысле? Сколько это? А, еще 8 метров можно идти наверх мне. Я на 1080. Мне... Почему мне я 1080? Еще... Должен быть же 1088. Ты где? Hello? А, ты вот это здорово. Hello? Hello? Господи, не надо, не надо. Челов найдет. Давай челов смотри. Я никого челов не вижу, ты долбоёб. Такой попал сейчас. А помнишь, как мы в прошлый раз бар делали? Тут челики, блядь, пришли с вами летать. И нас убили. Ну. Это вообще смешно было. Файтимся в воздухе. Главное, не нажимай пробел. Не нажимай, упадешь. Да, я знаю. Ты мне говорил, я не хочу сдохнуть. Это плохо. Еще 7 человек против нас играет.
Как так мало? Кто-то в стриме что-то написал. Стой, тут это, похоже. Ты в стриме что-то написал? Нет, я ничего не делал. У меня написано, что кто-то в стриме что-то написал, но у меня почему-то не показывается ничего. У меня тоже. А, это, наверное, я на тебя подписался. Не, написано было, что кто-то написал что-то в чате. Ладно. Походу, может быть. А, ну, прикольно. Летим. А, двое смотрят теперь. Самолетики, самолетики. Ты еще 78 метров, в смысле? Ты на сколько? А ты на сколько? Ты на сколько метров? Я на... чего? Ну, я так на такой же высоте. Почему? В прошлый раз у нас было 1088. Привет. Поворотик крутой. У меня голова болит от тебя. На. Подумай, сейчас я челика убиваю. Нет, у тебя должно отображаться, сколько ты хп. Ну, я понимаю. Ёбаный брат. Мы дебилы. Вот мы дебилы. А ты смотрел, который это... Как... Где там кот разговаривал и собак, я забыл. Чида? Там был ребенок и собака, да, и я не смотрел. Разговаривали. Я забыл, как называется мультик. Да не стреляй уже, давай. Нельзя прицеливаться, самое худшее, я не могу прицелиться. Я тоже. У меня на экране ты ровно стоишь. Это челов смотреть. Смотри, челов надо. А у кого-то Томпсон 280 рой, БП, ни хрена себе. Он троих, блядь, он троих выебал. Остался против нас трое. Один чел и две... Ну, двое, короче, две. И одна команда. Да, да. Один чел и одна, две команды. Одна команда. А, прикинь, чел у нас тут летает. В смысле, где? У нас, наверное, где-то летает чел. А, да нет. Вы выше поднимаете? Да. Выше... Да нет, я 1078. 77, 1077. 1075. У меня 1088 почему-то было. Белый против настроек. Я поставлю вниз ровно. 1077. Если мы выиграем, походу нас забанят. Походу. Может быть. Ну не точно. А давай попадим, если один чел останется. 1074, я как будто вниз спускаюсь. Смотри, луна поднимается, посмотри, куда я смотрю. Окей. Да, луна под... В смысле? В смысле? А, у кого-то нокнули. Остался двое. В смысле? Луна поднимается. Мы падаем. Кого не это, они поднимали. Да, 1073 метров. Мы каждые 10 секунд 1 метр падаем. 1073 до сих пор. 1075. Чеда? Я не понял. А, все. Один чел остался. Давай ему победу дадим. Да нет. Давай. Ну давай один раз вот так выиграем, потом кому-то другому дадим. Ладно. Да, у него 100% миллион побед. Посмотри на его БП 282. А где ты смотришь? У него написано было, когда он челика убил. А, понятно. У меня... Он двоих размотал, он двоих размотал. Я знаю. Ну вот именно, он гиберспорт. Нет. У меня вот... меня гранат... Могу закинуть. Да не, еще надо. Не надо. Еще не надо. У меня, короче, 8 карасей и 3 фиолетовых. Ну, жалко, что их нельзя. Хочешь, я кину один карась на него, когда эта маленькая зона будет? Да не надо, не надо. Ты тупой, не стреляй. Не стреляй, не стреляй. Сколько метров? Ты еще сейчас. Полетели. Я машина, брюм-брюм. Мы 0 челов убили. Ты еще 8. Если мы выиграем без скилла,
Я хуею. Он выиграет. Ну, я просто руколицо. Ну, он может выиграть, почему нет? Пока. Понимаешь, если пока мы упадем, и этот батут не заработает. Почему заработает? Ну, иногда не работает. А ты куда летишь? Куда летишь? Куда я лечу? Я стою на месте. Я в зоне. Походу, не спа... А как он умер, скажи? Он упадет! Но с 3 метра у себя убил, походу. Серьезно? Сейчас видит. Это пакет вот даю. Это я. Он сейчас видит, у него бомбит. Я урод. Я... Он пишет нечестный топ. Мой друг пишет в стриме. Все честно. Все честно, чел. О май гад. Бедненький чел, нахуй. Он сейчас смотрит за нами, блядь. Да, мой друг пишет. Подумай сейчас чела, который смотрит на нас. Пиздец. Амир будет через 2 часа этого, или да, через час не будет этого, новая обнова в Fortnite будет, сезон 13. Из-за этого мы баг пробуем каждый как, да? Сколько мы можем подряд топов занять спасибо этому багу? Он пишет что-то. Он написал мда. Егор Панков, это ты? Нет. А, это ты? Нет. Это ты? Нет. А кто это? Знаю. Тебе, наверное, кто-то еще подписался. Выключат сервера в 2. Ну, 2 в... Нет. Этот, в 12 выключат. Это в 2 в... Да. В Америке 2. Погнали туда. Да, опять. Скажи правду, это ты, Егор Панков? Нет, у меня печенька, у меня такой же ник. Давай, напиши тогда что-то. Я не могу, мы сейчас играем. Давай, пиши, что ты врешь. Я не вру. Че ты врешь? Он пишет нет у всех. Да нет, там написано 2 часа у Америки, ты о чем? 2 часа. О, у нас разница, у нас разница с Америкой 2 часа. Этот, был же ивент? Нет, 4, по-моему, ну, 4. А, он да. Зашел, мой друг зашел. Он меня приглашает, чай. А, ко мне челики пришли. Какие? Твои друзья? Да нет, у меня челы. А, не твой ник, походу, спалили. Ты понял? Заявка, друзья. Заявка, друзья, прибыла. У кого? Но около одного. Ага, красавчик. Убил двоих. Красавчик. Установка обновления в час. Видишь, начнется. Ты увидел, как мы топ заняли? Хочешь с нами, да? Да, я видел. Хочешь с нами? Это не честно. Только мы, смотри, этот топ мы отдадим просто чуваку, окей? Да, этот раунд мы дадим, а когда с тобой будем, мы топ займем так. Это просто капец, нахуй. Я не знал, что ты этот баг заработал. Я думал, это просто все там врут. И сейчас мне сказал печенька. Ну, я не знаю. Ну, мне, короче, сейчас печенька сказал, давай попробуем. Мы сейчас попробовали. И это охуенно, блядь. А, ты за мной смотришь, Амир? Уже приехал с этой? Офигеть, мой брат уже приехал. Вот киберспорт на велике. А? Ну... Скажи ему, это чтобы он в мой стрим зашел и посмотрел, как мы топ-1 заняли. А, не, он не будет. Мы, я ему сейчас... Ты за мной смотришь, Амир? Нет. Ну, я смотри за мной. Я что, стрим смотрю? А, стрим смотришь? Дима! Это просто пиздец. Понимаешь? Это просто идешь... И ничего не делаешь, просто оставляешь и YouTube там смотришь, делаешь что угодно, и ты просто нихуя ни другого не делаешь. Да опять синемка! Сейчас к тебе приду.
Я взял синюю МК, у меня не было, у меня серая это была. Это мой последний бой. Да, я понимаю. Ты понимаешь? Аук опять. Синюю МК можно взять. Ты где так с луками? Я не знаю. Я уже офигенная эмоция. Сегодня офигенный скин эмоции. Да, сегодня две самых лучшие эмоции, которые... Хочу в пляс. Бля, зона! Да-да, зона. Если да, мы баг не начинаем сейчас, за то, что мы в зоне сдохнем, если начнем. Нифига там зона далеко. Это капец. Еще, я понимаешь, я ни один карась не половил. У меня все фиолетовые. Серьезно? Да. О, миники надо? Миники нет. А то у меня это... Да не надо. Я гранат. Да, блядь, я ни один карась не словил. Сейчас я поем вот это. У меня все фиолетово каждый раз. И только сейчас фиолетово попал. Гранаты закинуть. Сосиху. Капец, блядь. Понимаешь, я могу просто сейчас включить там YouTube, смотреть моих любимых ютуберов там и просто идти в зону. Стой, давай это поплывем уже, а то зона скоро пойдет. Да, не поплывем, а лодкой лучше, блядь. Иди сюда. Поплывем. Иди сюда. Пойдем лодку. Сядь на лодку. Дай... Не, на мою сядь, на мою. Да нет, не быстро. Надо. Одна может сдохнуть. Да и не сдохнет, я знаю. Я Гиберспорт, который все знает, да? О, синяя МК. Да я тебе уже показала это давно. Ты че? А не увидел. Понятно, все. А потому что Мари. А ты куда поехал? А я пойду в зону вот так. О, поехали со мной лучше. Да ты иди как хочешь, я просто пойду подальше. Я Дора Эксплорер. Валим, валим, валим на лодках. Серьезно, ёбнутые дети валят на лодках. Ал, тут вертик был, он меня не увидел. Пока вверх. О, ты тоже через это увидел? Амер, ты увидел, как баг делать в стриме? Ничего нет. Сейчас а, ты зашел поздно? Когда я тупо один занял, ты зашел? Я зашел, когда вот тупо. Поплыли сюда. Ты сюда. Ты говоришь, это нечестно. Все честно. Ну не знаю. Это вина Epic Games, они это хотели. Типа за баги могут забаниться. Да нет, все ютуберы это делали, то о чем? Вот именно ютуберы. Я скоро дойду до 100. Ну я тоже ютубер, да? Я дойду скоро до миллион побед. Чуть-чуть остался, да? Типа что, нужно лодкой? На лодке дойти, что ли? Да. Ну, на вертике тоже, походу, можно, но я не уверен. Я тоже не уверен. Да. Ну, я видел, что ютуберы на вертике еще делали, но на лодке, походу, легче. Куда поплыл-то? А куда? Надо. Ты бы за мной двигался. Я иду по-другому, чтобы челики меня не увидели. А что именно здесь надо делать? Ну, мы в зону первую очередь идем. А что это не на зоне? Ну, надо в первую очередь подождать до первой зоны, за то, что когда зона двигается, если ты этот баг делаешь, ну... 99.9% не будет работать. О, агентственный... А, агентственный... Я сзади вот этого пойду. Да. Вот так. Ой, у меня чело. Ну, я говорил тебе, не иди. Давай, выиграй их. Покажи им, кто не лох. Я сейчас лодку заберу, братан. Мне нужно. Тем временем туман лагает.
Да, мне ГГ, мне ГГ. Уже 30 человек осталось, серьезно? Да, странно. Из-за того, что ты посмотрел на зону в стриме? Все равно этот, после того, что, допустим, когда я стрим закончил, если челики, ну, там люди посмотрят наш стрим, они все равно этот баг не смогут сделать, за то, что через, там, час, новый же сезон же, за этого не будет этого баг. А, такой вещь есть? Следующий, я его не буду брать, мы посадим сейчас. Такой вещь есть, я не знал. У меня было тысячу. Все, я в зоне сейчас. Повернул лодку. А у меня зарядка, контроллер заканчивается. Сейчас я положу еще в зарядку. Сейчас, у меня назад. Капец, мне надо уже плыть. Я уверен, следующего сезона ВП будет не такой крутой. Да Аквамен, блядь. Ну как вы, Аквамен чисто. Нет, Джонси будет. Там этот будет, который... Мне кажется, нормально. Там Мяускал будет, по-моему. Ну, типа... Да, Мяускал в коробке будет, блядь. Мне кажется, еще маленький следующего там... будет. Но я все равно каждый сезон покупаю для там 7-6 бесплатных скинов. О, я нашел челика. Прикольно, блядь. Типа, о, у него тут золотой ключ. 300 баксов, у меня будет 800. И а как еще... ты тут оказался? Я проплыл сюда. А, не трогай мою лодку сейчас, я не заеду. Я своих не даю. Странно. Мы это не видим каждый день, да? Амир. А у тебя что с лодкой, блядь, 8-7? Хоп. Да блин, мне чуваки стреляли. Сейчас я ее сломаю, да? Подожди, да не надо. Орёмся. Как у тебя так? Офигеть, офигеть, конечно. Прикольно то, что такую бурю сделали. Давай, ща, делай, пап. Смотри. А, блядь, нет. Фух. Я полетел. Давай, ты сделал? На моей лодке сделай, на моей лодке сделай. Окей. А, у меня похуй. А, не, не надо. Или очень близко, да-да. Я на твоем сделаю. Блин. Нет! Лодка забагалась его. А, все, обратно пришел. Ща. Смотри, надо в воду зайти. Сесть на лодку, когда в воде. Блядь. Иногда сложно. Смотри, надо воду, потом бум. Бум. Бам. Да. Что? Че, ты летишь? Да, да. Нифига, ты волшебник. Я могу людей отсюда стрелять, но... Ты волшебник. Смотри на лодку, он там... Чего? У меня какой-то тут, это, фиолетовое облако какое-то. А, это буря. Ты что, не знал? Мы это уже третий раз делаем сегодня. Или четвертый. Я знал, просто так это было странно. У меня 34. Если опять... А у меня простая граната. Если не будет сдаваться опять, тогда... Ну, самое худшее то, что нельзя хиляться. Смотри, когда я попробую, тут написано, нельзя сейчас это делать. Ну, стрелять я могу, но прицелиться нельзя. Допустим, сейчас такой хедшот на кого-то. Ну, блин, если Барри было, ну, все равно приселиться ниже. Там кто-то может быть, потому что зона прям там стоит. Или вот тут вот. Я стреляю наугад. Или сюда. Кстати, ты знал, что тут есть сундук вот тут вот? Да. Давно. О, нифига себе, она... А. Кого-то зовут Радкарма. Каяма. Я попробую, а в одиночке это можно сделать? Да, ну не иди, пожалуйста, давай вместе. Сейчас один чел останется, я им то подам, и все. Китти, 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 I'm a cat. Мяу, it's fuck to be when you fuck a sickle. Это что, лама я отсюда вижу? Китти, китти. Мы хотим просто челу то подать. Это лама? Это лама? Попробуй отметить. Ой, а ты чё? Ты где? А, ты там же. Да я поздно сделал. Да блин, это лама или что? Я не понял. Ладно. Я не могу отметить её 1000... А, подожди, я сколько? Я уже 940 метров. 950, 960. Обычно максималка 250 метров.
А мы, блядь, 5 раз больше. Все, 1019, 1020. Я пойду. О, привет, как дела? На, на, на. Ну ты постройку потом как-то снизу лететь и постройку строить. Зачем? А, батуты! Батуты! Мы забыли батутов! Мы подаем, чё? Я же сказала, что мы то подаем. А, ну ладно. Пиздец, как мы забыли батуты, нахуй? Мы воду можем еще. Умрёте, ура! Мы можем в воду упасть, погнали вот сюда. Я не могу отметить аму. Я хочу посмотреть, что за пум, как... Ты видел, что за пум? Что? Смотри, что за... В смысле, тут же... После ивента, я помню, здесь было... Все затоплено было, комната этот пум. Ну? Почему сейчас нет? Это намек был на 13 сезон, то, что он весь это, в воде будет. Вот намек был. У Дэдпула сразу. Пошли в зону, да-да, куда ты отметил, пойдем, чтобы... Если упадем. Вот поэтому я вряд ли буду во Fortnite играть, то нас только в творчестве. Ладно. Может, хуже всего. Эй! Ты на кого, блядь, да? Самое худшее то, что сейчас нельзя хиляться. Games, если вы как-то случайно посмотрите это видео, вы говно. Ты хочешь сейчас Epic Games тебя забанят? Сам говно, да? Почему ты их так считаешь? Как ты так быстро летишь? Смотри, как я медленно лечу. Тебя за тиминг так и не забанили, серьезно? Меня, да. Я еще затимился 2 раза после этого в арене. Я даже в одном катке затимился с 5-м челиком. Печенский такой думает, блядь, че? 8 челов. Можно пока устроить. Я пойду в зону и посплю, блядь. Как думаешь, сейчас остаться с вами сыграть, либо пойти в КС-ку играть? С вами? Прикинь, сейчас Блак исправит, мы вниз полетим. Да-да, сейчас же. Это смешно было. Я уверен, до конца сезона он еще будет. 1055. А чё, у нас было пораньше 1088, а сейчас что-то... Эй, буря! Как ты так быстро летишь? Иди нахуй! Там где? Ты на моем экране как будто точка нахуй. Ну, у меня тоже самое. Привет, точка. Привет, тачка. Капец, я медленно лечу. Как ты так быстро летишь? Скажи. О, я долетел до моей метки. Офигеть. Да, блин. До сих пор 8 челов. Будет пять по этой фиолетовой штуке. Может, как-то буря не будет двигаться? 7. Ты туп. Нет. Проверил. Я в бурю попал. Ты чё падаешь? Да. Пока. Может, топ-1 займёшь. Теперь я мим. Давай, займи топ-1. Где джампс? Я в зоне, я в середине. Я ровно в середине. Тангутанги. А тут у меня лодка есть. Ты что, еще раз поднимешь? 6 щелов? 6 щелов осталось? Да, да. Он сейчас еще раз попробует подняться. 5. Подождите, давайте в арене сделаем это. Не, в трио вряд ли арене будет работать. Если в арене, то это имба будет, ты о чём? Давай, погнали в арену, погнали в арену. Уверен? Да, да, я хочу.
Это страшно. Охуенно будет, если ты понимаешь, если это заработать, мы можем изи топ-1 занять. Я полетел, я а полетел. Если нас забанят за это? Да нет, не забанят, понимаешь, никого не забанят за это. Скайбаза, это бага-юзерство, это типа бага-юзерство. Да нет, это как будто подумай скайбазу. Скайбазу давай ломай. Ну варенье же никто не делал так. Там где скайбаза-то? Скайбазу сломал. Где скайбаза? Я не вижу, я так... Я сломала. Кажется, за частое использование бага могут запустить. Ты, они полетели. Чё, они полетели? 212 метров. Стреляй. Да я их не вижу, где они? Они... Вот. Где? Чё, где? Я не вижу их, ты понимаешь, это невозможно. И тебя летят, смотри, даже на стриме видно. А! Вон чел! Летит! Стреляй. Подожди! I'm a assist! Можно в любой зоне это сделать, вы понимаете? Типа, можно да. В первой, во второй. Ну, я хочу на самом передней. 4 челика! Вон аирдроп, походу! Я, походу, увидел, аирдроп открывают. Да, он аир. Ёбаный в рот, это что? Давай я на рандом стрельну. Я за кого смотрю. Нет, не стреляй. Вон они летят к нам! Видишь, вон с воды летят, видишь? Да, ну, ты уверен? Нет, это звёзд... А, это рыбки, даун! Реально? Серьезно, это рыбки? О, нет. Чё рыбки-то здесь? О, нет, я походу урон получил от зоны за то, что я очень вверху. Сколько я? 1030 метров, но это из-за того, что тут этот. А там, допустим, бы сказали... Ну, вообще-то не так уж наверху я. Я не могу отметить. Сейчас, отметил вот сюда. Отметил. Сколько это? Осталось 4 чела, серьезно. Я в зоне каждый раз. Это что за... И у тебя 90 хп. Посадь. Подожди, мы проиграем, если у них 100 хп. Можем не проиграть, мы просто можем в буди упасть. А я о чем говорю? На край стань. А потом, если мы упадем, то мы умрем. Не, если мы в воду упадем, мы не умрем. Но прикол в том, что смотри, если мы упадем туда, мы сдохнем, пока мы падаем от зоны. Тогда мы сдохнем, пока да. Падаем. У тебя есть карасики? Двое, ну, я не могу их есть, смотри. Да, мы не можем. Нет, я падаю! Я тоже. ГГВП. Пак пофиксили ГГВП. Смешно было, если честно. Вот, типа, подадим. Кто давай, ребят, пак пофиксили ГГВП. Всё, давай. Топа, давай. Давай, все, топ отдаем. 1025 метров. Фига ты упал. 1025 метров. Ты знаешь, если ты бы в зоне бы упал бы в воду, ты бы не умер. Не, это такое есть, что ты умираешь все равно. Это я приду через 2 часа, окей? Да ты шутишь? Давай, нажми готово, потом выйдешь от арены. Да нет, мой брат. А, мы скоты играли! Мы скоты играли, написано, скот! Чё? Мы весь время скоты играли, мы за все катки не играли парные. Нет, вы играли в парные как раз. Написано скоты! Скажи это, покажи свой ВК, у тебя есть ВК? Нет. Ай, блин, ладно. Это ладно, я нажми готово. Я приду через 2 часа, нет. Ну, нажми готово. Подождите. Он мне прят забирает. А ну, нажми, потом выйди. Окей. Сейчас я нажму и выйду. Кого ты, блядь, тут стоит? Пароль. А, нельзя. У меня, да. Арену выключили, что ли? Нет, походу, все выключили. Реально. Нажми, готово. Блин, все выключили, сервера уже. Нет, парные работают. Ну нет.
Парни, я одиночка. Нет, не работает, это наша последняя катка была. А, творка. Творка. Блин, и кто в творке, тому повезло сейчас, походу. Серьезно, вообще не работает? Все, сервера закрыли, а в новый уходит. Пробуем в одиночку зайти. Да не, не надо. Ну, я все равно ливаю Fortnite за то, что все походу. Я в КС-ку тогда. Ладно, пока тогда. Я стрим продолжу этот, ну. Все, тогда посмотрим, когда придет новая обнова. Увидимся, когда я зайду. Всем пока.